В рамках выставки «Православная Русь. Моя история. Рюриковичи» в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдут специальные кинопоказы, посвященные теме крещения Руси, подвигов героев, преодоления ордынского ига, борьбы с иноземными захватчиками, создания сильного и самобытного российского государства. На пресс-конференции, предваряющей открытие киномарафона, побывала Эльвира Гордеева. Эпоха Рюриковичей, богатая сюжетами, ставшими частью древнерусского эпоса, народных преданий и фольклорных рассказов, дала неисчерпаемый материал для кинематографистов. Фильмы режиссеров Сергея Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина, Андрея Тарковского, Геннадия Васильева, Игоря Масленникова, Андрея Прошкина и других можно будет увидеть в свободном доступе всем, кто придет в выставочный зал «Манеж». 740 лет правления, 54 великих князя. Я думаю, что материала для кино хватит, в общем, на много-много поколений. И мы попытались рассказать о самом интересном, о самых таких главных событиях в истории эпохи Рюриковичей. В том числе рассказать занимательно, интересно. Программа кинопоказов объединила картины, снятые знаменитыми киностудиями «Мосфильм», имени Горького, «Лентфильм» и вошедшие в Золотой фонд отечественного кинематографа, а также полнометражные игровые, документальные, телевизионные, научно-популярные и анимационные фильмы, представляющие огромный интерес для каждого посетителя киномарафона, увлеченного историей России. Одним из участников пресс-конференции был известный российский кинорежиссер Павел Лунгин, представляющий на кинопоказе фильм «Царь». Это история Ивана Грозного, митрополита Филиппа. Это, в общем, фильм, который основан на истории, рассказанной в житиях святых, в житии святого Филиппа, о противостоянии русского святого. Думаю, что этот фильм будет интересен молодежи, школьникам, потому что там играют замечательные актеры. Последняя роль Олега Янковского в роли святого и замечательная роль Петра Мамонова, который сыграл такого убедительного, внутренне наполненного Грозного. Организаторами кинопоказов выступили Фонд гуманитарных проектов и Молодежный совет Союза кинематографистов России. Программа разделена на два дня киномарафона по отчетным и нечетным дням. Показы проходят в кинозале Центрального выставочного зала «Манеж» по 20 ноября включительно с 10 до 22 часов.